Всесильный Бог, закрой глаза скорее, кто-то ходит за мной и тащится вверх. Всесильный Бог. Итак, здравствуйте, с вами Блэкс 325 и... Тролло 325. Да, поближе к микрофону сядь, чтобы слышно хорошо было. Что-то на Мэфлиса плохие отзывы пишут. Ну и пофиг. Мне-то пофиг. Вы, если что, пишите, пожалуйста... Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, надо ли мне делать обзоры с Мефалисом. Если не надо, я еще про Бакуганов это скажу. Если не надо, все, я не буду с ним делать обзоры. Ну, а мы начнем. Ты за мышку. Мы уже играем. Давай пойдем сразу к Фридриху. Погодь, карта. Подожди, вот смотри. Дай за фотку карту. Дай фотку за карту. На, держи каркой. Как твой телефон? Дай. У меня другой. Мой телефон. Спасибо, Кэп. Так, блин, держи. Спасибо, Кэп. Так, фото. Ты дурак, что ли? Все. Все, дай мне. Все, пошли. Так, пошли к Фридриху. А как включить? Ты дуляк, что ли? Угу, все, план. Пошли к Фридриху. Погнали, погнали. Это нам сюда надо прийти. Угу, погнали к Фридриху. Давай с выключим. Да иди ты нахер. Давай, не боимся сразу ведь. Да не боимся. Привет, так, девушка. Налево пошли. Налево? А нет, налево там тупик. Направо. Иду, лякс. Так, направо, направо, налево. Молодец. Энтунтянь. Налево. Угу. Налево. Сейчас прямой коридор, тут будет Фридрих. Нет. Нет? Куда дальше? Там тупик. Блин. Вот кот. Ну и похер на него. 6-5-5-3-5-3. 6-5-5-3-5-6-6. Все, все, я гений. Погодь, а направо, если пойду, что там? Там тупик. Там тупик. Там фигня. О, логично. Так, пошли, пошли. Погодь, погодь, сейчас. Нам надо дойти, идти? Знаешь, до полосочек дойти. Налево. Чик-чик. Налево. Фига, мы туда же идем. Нет? Нет, а тупик? Фиг тупик. Почему? Тут надо, потому что это налево. Самое. Нет, отсюда. Нам надо до таких полосочек дойти. Динозавр. Йоти. Дезмонд, играем на 5, Вася. Ну все, я, короче, потерялся. Все, на карте. Тихо, тихо. Куда ты идешь? В стенку. Стенка на стенку. Ах, твою мать! У меня замедленное действие. Мы просто ее не видели тут. Дура. Кстати, мы не весь этот прошли коридор. Тихо, там вроде был этот монах. Налево позырь. Налево? Монах не тут, ты дурак. Где монах? Пошли к монаху. А я знаю, я что, помню, что ли, где он? Да. Блин, тупой длинный коридор. Здесь какая-то линия. Да, надо следить за ней. Если честно, сейчас такой новые голоса. Да, блин. Мы идем к верному пути. Это направо, хардкор. Налево. Это хардкор. Это вагайный. Это вагайный, блин. Кто? Если мы найдем эту штуку, то мы будем... Да... Меня она не испугала. Гандон, ебан. Че? Почему тишина сейчас была такая? Так, это мы в тупик идем. Не, ну она так... Она так... Че, блин? Там же будет проход вроде. Дудут, дудут. Закрываем рот. Я не закрываю. Угу. Да, точно, надо. Фига длинный. Фига. Я орать буду много. Я орать
Да блин, the first control, мать вашу. Зафига. Да достал уже капать! Писающий мальчик писает. Да писает. Кстати, мы еще ребенка не видели. Да пошел. Мы много чего не видели. Мы деда бомбомы. Знаешь, мы там. Мы здесь. Сколько миллионов раз там, будет? Знаешь, что там еще будет? Я, короче, обзор смотрел. Там будет дырка и написано jump. Вот тут, тут этот должен быть, походу, дух монах. Не тут. Да, дырка. Я хочу. Дырка и jump? Я, да, там, ну, дырка внизу будет, и там написано где-то jump, и ты туда упадешь и вернешься к началу, значит, его за тебя девочки будут кружить. Фига! Ты же не оставлял вроде. Фига! Ну, пришли. Давай я свой мопед 654, давай попробуем. 654. 4. Вряд ли у американцев такие именно коды на домашний телефон. У меня 654, я сейчас звоню вообще. Зеленый. Зачем ты свой телефон сказал? Я не знаю. Ты еще больной, что ли? Да! Я понял. И вставай. Сейчас лицо будет. Вот как ты угадал? Вот так вот. Вот так вот, блин. Видишь, я умею. Вот я не знаю, какой код. Комбинаций много, но мало. А я знаю, наверное. Да подойди ты ближе. О, стоп. Вообще дверь там должна открыться вроде. Вот тут? Это. Видишь? Кстати, может там есть локации? Сейчас, подожди, управляй пока за клавишу. Может тут есть мужики? Я смотрю локации. Мы вообще вне... Че ей позвонить? Сейчас, погодь, скажи, что обзор доделаем. Так, ну что, дорогие друзья, пока поставлю на паузу. Ну что ж, продолжим. Я как украинец говорю, ну что ж, продолжим. Я, конечно, не говорю, что украинцы тупые, это американцы тупые. Потому что американцы тупые. Американцы тупые. Хи, прикол, сейчас американцы нас переводчиком. Прикинь, слушай. Сейчас американцы тупые. Это дурак, что ли? Это новая дислокация. Это не новое, это где поезд? Это ведь поезд, да? Это поезд, это поезд. Блин, ну она меня пугает и пугает. Достал уже. Кто, кровь? Какая кровь? Твоя, блин. Мача. Какая кровь? Меня девочка пугает, которая резко. Которая лысая, блин. Знаешь, если мы на хаус будем делать обзор, что ты скажешь? Ничего. Да у тебя сердце из жопы. Да, из другого места выпадет, знаешь. Вот сейчас будет девочка, готовься. Раз, два, три. Давай. О! Видишь? Да я все равно испугался. Я же тебе сказал. Видишь, поезда едут. Ты любишь поезда. Да, я играю в симулятор. Теперь направо. Куда направо? Блин, ну мы пришли. Это длинненький туннельчик. У тебя такого точно нет, туннельчика. А я буду наверх смотреть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все равно эта девочка, она меня бесит. Фридрих. Фридрих только один. И кто это? Ты! Что сказал? Ты уже слышал. Я тебе сейчас. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум. О, ете. Следы. Знаете, что их монстра? Здесь пугает девочка, монах, лицо. Да все, блин. Потом еще ребенок, инопланетяне, поезда и эти. Вот. Ведь видел? Она появилась в стене. Она умеет. Поезд едет. По стене.
задолбала. Монах, я хочу монах. Монах не тут, монах в проезде. Ой. Подожди. Монах не тут, монах... Стой! Я понял. Лина, это дверь. Помнишь код? 7804. Помнишь этот код? Помнишь код? Веди его. Зачем? Веди. Зачем? Он открывает дверь к монаху, я так думаю. А мне кажется, нет. А мне кажется, да. 0732. И теперь 3270. Зачем я 0732 ввёл? Пошли, пошли. Пошли обратно. Дверь к монаху? Там должна быть открыта дверь к монаху. А мне кажется, ты бредишь. Ещё-ка расскажи, что ты сказал. Милок, повтори. Повтори, милок. Ты бредишь. Милок. Я тебе не попог. Ты мне милок. Я тебе попог. Ты мне милок. Я тебе... Мел, знаешь? Вот ты мне милок. А ты мне попог. Вот сам выбирай, белый или черный, как стриптиз. Бар. Вечером. Черный, как ты. Что сказал? Я пошутил! А, нет, я спутал. Не открывает это нифига. Ты спукал, а, понял? Нет, это просто обратно. Ты пукнул. Ты сделал круг. Я пукнул. Да шучу, это Слендер пожрашил. Я эти волны на жопу надел. Ну, знаете, мы в этой части, наверное, до монаха не дойдем. Ну, а завтра будет Warcraft на Dead Space. Завтра заканчивается неделя обзоров. Потому что у меня начинаются уроки по идее. И у меня. I'm sexy and I know it's... Ну все, короче, мы стой, заканчиваем. Стой, я сейчас кое-что напишу. Что написал? Ну что же, мы... Не можем пройти Мейс, ну и его, наверное, нельзя, или можно пройти. Ну что же... Тере, тролл! Не похоже, нет? Похоже. А с вами был Блэкс 325 и... Тролло 325, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы. И ставьте пальцы вверх под этим видео, делайте комментарии, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока!